СК объяснил «Золотой дождь» в Якутии. Золотые слитки выпали из самолета в аэропорту Якутска из-за повреждения створки грузового люка и нарушения правил крепления груза. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета. В результате проведенных следствием мероприятий установлено, что причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждение левой створки грузового люка и частичным выпаданием груза на взлетно-посадочную полосу, говорится в сообщении. Следователи выяснили, что у компании, перевозившей слитки, не было соответствующего разрешения. Материалы проверки по данному факту направлены в Северо-Восточное линейное управление МВД на транспорте. В середине марта в Якутске взлетавший грузовой самолет Ан-12 потерял створку люка и продолжил набирать высоту, рассыпая тонны драгоценных слитков. Взлетно-посадочную полосу сразу оцепили. По утверждению компании, которой принадлежат слитки, все утерянное золото на общую сумму в 122 миллиона долларов было найдено. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.